Друзья, всем привет! Кипр меняет условия получения ВНЖ, и сегодня мы коротко об этом поговорим. Итак, с 1 января 2023 года заявителю на ВНЖ потребуется большой пакет документов. Также увеличатся суммы для содержания себя и членов своей семьи. С начала 2023 года всем заявителям потребуется справка об отсутствии судимости из страны проживания, оригинал, справка о прохождении медицинского обследования, гарантийное письмо банковского учреждения для покрытия возможных расходов на имя заявителя. Далее предоставление доказательств того, что у заявителя имеется стабильный и удовлетворительный доход из-за рубежа. Выписки из банковского счета должны показывать наличие дохода не ниже 2000 евро в месяц или 24 тысячи евро в год на одного человека. Ранее требовалось показать 10 тысяч евро в год. В случае, если заявитель захочет продлить свое пребывание на Кипре, при подаче ходатайства остаток на банковском счету должен достигать не менее 6 тысяч евро.